В Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого подвели итоги приемной кампании на бюджетные места. На бюджетную форму зачислено 768 очников и 55 будущих студентов, которые будут вести обучение заочно. За время работы приемной комиссии принято почти 5300 заявлений. Практически столько же их было и в прошлом году, однако в эту кампанию абитуриенты чаще сдавали в Новгородский университет не копии, а сразу подлинники аттестатов. Средний конкурс по ним составил 1,77 на место. В этом году большим спросом пользуются гуманитарное направление, педагогическое направление. Скорее всего, связано с тем, что профильную математику сдали не очень удачно, и поэтому пошли на те направления подготовки, где не требуется профильная математика, а достаточно базовой математики. Удачно в этом году сложилась, так сказать, приемная кампания на инженерные специальности, потому что и был конкурс и по заявлениям, и конкурс по оригиналам. Стабильно высоким спросом пользуются медицинские специальности. Абитуриенты подали более 500 заявлений на лечебное дело, столько же на стоматологию. Не стало меньше желающих обучаться в ИМО на платной основе. К слову, половина абитуриентов НовГУ – жители областного центра. 25% первокурсников приехали из районов и столько же из других регионов. Последний показатель по сравнению с прошлым годом вырос. Добавим, что в этом году прием в Новгородском университете ведется на 4 специальности, 40 направлений и 23 профиля.